Ну что, уважаемые зрители, подведем очередные итоги очередного месячника тех, кто гадит в городе Брянске. То есть когда-то я уже предупреждал Лизу Алерт. Это такая организация, кто не знает, которая делает вид, что не в памяти кого-то ищет, а на самом деле все сводится к тому, что они клянчат спонсорские средства и, как я считаю, путаются под ногами у настоящих поисковиков и спасателей. Вот сейчас буквально каждое дерево в Бежице, каждый столб заклеен вот этими объявлениями. То есть когда-то уже, сейчас вот я пока дойду до следующего столба, мы сейчас в Бежице, и я вот это вот снимаю. Вот. И так каждое дерево по дороге, каждый столб вот этим увешано. То есть, а в действительности я проводил анализ, они приписывают себе в основном заслуги абсолютно посторонних людей, которые осуществляют вот этот вот поиск. Вот. И первыми отчитываются о найденных людях. Вот. В действительности, как правило, никак на результаты поиска сами не влияет. И вот в конце концов, то есть, видимо, считается, что если вот таким образом загадить столбы, остановки, как бы деревья, то кто-то от этого найдется. Совершенно все не так на самом деле. То есть, как правило, находят этих потерявшихся людей, ну, кто угодно, случайные прохожие, там, медики, работники МЧС, вот, и так далее. А эти вот только приписывают себе заслуги и отчитываются об очередном поиске.